No. Я так понимаю, идет. Горит, да, огонь горит. Проверяем. Данный опыт нам показывает, что переключаются датчики, не датчики, а клапаны, которые включают первый и второй газ. Также мы это можем увидеть, если, конечно, будет видно на индикаторе. Покрути вручную, открой другой клапан. Вот, у нас открылся один клапан, и теперь можно назад открыть второй. Он показывает один, либо второй. Показывает, какой из них работает. Систему с датчиками давления придется перенести тест на другое время. Также мы здесь можем увидеть, как отрабатывает лямбда-зонд. В данном случае он находится у нас в огне, поэтому показания его неправильные. Но он у нас по прошлой системе работал. Там, в принципе, проблем не будет. В данном случае проблема с блоком питания. Нужно использовать мощный, потому что его не хватает на эти клапаны. Вот, самое главное, переключается газ, и газ не и огонь не тухнет. Это можно услышать и понаблюдать. Если можем, чуть-чуть больше. Он вырывается, потому что мы так его видим. Так, здесь сопротивление, систему снимаем еще. Вот здесь у нас отрабатывают датчики, вот эта система по температуре. В данном случае эмулятором выступает наш генератор сигналов. Родной блок питания у нас умер практически сразу. Мы поставили другой, но он тоже долго систему не отрабатывает. Поэтому в следующем опыте используем более мощный блок питания.